Всем привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Аверс. Не знаю, с чего начать, с гордости или с начала. С начала, наверное, попроще начнем. Смотрите, друзья, что это за коллекция, спросите вы. Это коллекция чайных пар. Я так неожиданно понял, что у меня их много. То есть можно показать. В данном случае здесь представлены 7. Ну, я потом расскажу. Одна, скажем так, половинка чайной пары. Что такое чайная пара? Это блюдце и тарелочка. Я думаю, вы, друзья, знаете. Это я рассказываю. Там, может быть, дети будут смотреть, которые не знают, что такое чайная пара. И для Машеньки, кстати. Машуля, чайная пара – это два предмета. Блюдце и чашечка. Блюдце – это вот этот экземпляр. Ну, я его назвал «Весна». Он, может, как-то в каталогах по-другому называется. Мне понравилось название «Весна», очень красивое. Идем дальше. Это Дулева. Дулева, Дулева, кому как нравится больше. Вот, на мой взгляд, это тоже очень интересно. Почему? Потому что это хайта, хайты, хаита, первый сорт. Это Иркутская область, город Хайты. Вот такой вот он необычный черный цвет на черном фоне. Вот такая роспись цветочная. Здесь то же самое. Я буду показывать вместе оба клейма. Крайне редко в нашем регионе встречаются такие чайные пары. Ну, на мой взгляд, тоже достаточно интересное. Я думаю, вы, друзья, не встречали. Надеюсь. Пишите ваши комментарии обязательно по ходу видео. Что вас зацепило, затронуло, может быть, нет. Пожалуй, мы оставим это в конце обзор. Далее у нас идет Дулева, Дулевский завод, но это раннее клеймо, в отличие от вот этого позднего, там 70-80-е, это у нас 59-й год, красивая такая с позолотой роспись, не знаю, правильно тоже называется, друзья, подсказывайте, если я что-то не озвучу, ну, хочется быстрее выдать ролик, нежели там разобраться, потерять полдня и найти эти предметы в нете, кто-то с ними мог сталкиваться. А зачастую бывает, что вообще найти сложно, практически невозможно. Вот после моих обзоров можно будет находить и после ваших подсказок, друзья. Вот такая красота. Чайная пара Дулева. 1959 год. Здесь очень хорошо это видно. Друзья, вопрос, что такое 22 и 133, как мы видим, в чашечке то же самое. Видите, только здесь 33, а здесь 22. Двузначное число и трехзначное. Кто знает, подскажите, буду рад и признателен вашим ценным комментариям. Они очень важны для меня всегда. Всегда читаю, стараюсь отвечать. Да что же я ее дергаю, то это последний в обзоре будет у нас предмет. Что здесь? Завод газеты, ну, какой-то «Правда», Дулева. Завод имени... Ну, в общем, вы клеймо прочитайте, если на паузе, я тоже. Дулева. Это раннее клеймо, 30-е годы. Вот такая красивая сюжетная линия здесь. Молодая пара где-то на встрече. Здесь цветочек. Вот у нее чем характерно, интересное дно, видите, неровное, но фигурное. Очень красиво. И то же самое на блюдце, но тут только цветы. Сюжет не перенесли авторы. И здесь клеймо то же самое. Цифра 47, 36 и клеймо завода имени «Правды» в Дулево. Завод имени газеты «Правда». Вот так клеймо называется, друзья. Это у нас предпоследняя чашечка. Специально поставил их, чтобы были видны клейма. Надеюсь, вам это понравится. Ну, именно вот такой обзор. Друзья, здесь у нас завод «Красный фарфорист», город Чудово.
Видите, звезда, тоже фарфор, красавец, крайне редкий. Это все посуда довоенная. Ее, в принципе, у меня в руках не должно быть. Потому что то, что до войны выпускалось, особенно походная, это крайне редкие какие-то экземпляры. Все это тонкий фарфор, ну как походная. Связано с переездами именно. И очень мало осталось живой целой посуды, друзья. Вот звуки эти очень крайне осторожно нужно с ними, дабы они и меня вас еще радовали долгие годы. Нужно сохранять. Сохранять, приумножать не получается. Приумножать мы можем только с вами на знания. Вот такая красивая чайная пара. В обзоре, наверное, последняя, это, я бы сказал, гордость коллекции. Я делал там на нее маленький обзор. Это чайная пара Гарднера, бесподобная. Бесподобная, потому что здесь лепка, если я вот покажу, она рельефная, друзья. Рельефная, очень красивые живые цветы. Ну, то есть ей больше 100 лет. Ни эмаль, ничего с ней не произошло, ни с цветами ничего не произошло. И самое главное, что ее очень хорошо хранили, потому что, как вы видите, изъянов на ней никаких нет. Очень легкий фарфор, нереально легкий, наверное, самый легкий из всех представленных. Это тоже, друзья, чайная пара. Блюдце и чашечка. Здесь тоже очень красиво. Это все рельеф. Вот проводишь рукой. Здесь ощущаются выпуклые. Это, по-моему, ну, маки. Нет, наверное, не маки. Все-таки другие какие-то цветы, друзья. Вот, но очень похоже на маки. Так, и последнее, наконец, добрался до нее. Вы остановите, вернее, на паузе, чтобы прочитать, что за клеймо редкое. Или просто подскажете мне, что это за клеймо. Блин, случайно продал блюдце от этой тарелочки. Искал, не мог найти. У меня была целая чайная пара, бесподобная. Это тоже довоенная, 30-е годы. Крайне редкая. Сюжет такой очень интересный. Друзья, ну вот такой РСФСР. Прелесть. Она одна, но было у нее и блюдце. Было в руках, не мог найти его вовремя. Иначе сейчас бы вам показал обзор целиком. Целиком. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайк. У нас обзор на этом закончен. До новых встреч на канале Алекс Аверс. Всем пока.